Привет! Привет, ребята! Привет, Наташа! Привет! Вы на канале Наташа Бери. Сегодня мы приехали в необычный магазин. Да, мы приехали вот в такой необычный магазин. И мы сейчас еще на улице. Но вы уже можете увидеть, что вот там, вот рядом с книжками, спит кошечка. В этом книжном магазине ходят животные, гуляют. Здесь есть коты-кассиры и разные животные. А я приготовлю тебе подарок. Ну-ка. Супы. Ой, спасибо, моя дорогая. Это ты мне нарисовала подарочек, такой сюрприз. Открой. Хорошо, я открою и посмотрю. Ну, а теперь заходи в магазин. Маленькая дверь для маленьких детей. Заходи, хорошо. Нажми вниз ручку. Маленькая дверь. Вот такой интересный магазин с маленькой дверью. Для желающих, конечно, есть и большая дверь. А вот Наташа уже внутри, а я еще на улице. А она уже хотела погладить этого котика. Вот такой книжный кот, наверное, он любит читать. Заснул вместе с книжкой. Не хочет ни на кого смотреть, хочет отдыхать. Наташа все уже 10 раз подошла к этому котику, чтобы его погладить. А вот и муха. Муха прилетела. Видишь, какой котик начитанный, умный, все знает. Он много-много книжек прочитал. Кто много читает, тот много-много знает, Наташа. Я тоже читаю. Да, ты тоже читаешь, конечно. Вот и котик, вот и котик. Нравится он тебе? Вот здесь живет попугайчик в книжном магазине. Наташа попикает этому попугайчику. Попугайчик, попикай еще. Не отвечает тебе? Нет. Вот, вот, поговори с ним. И он с тобой поговорит. Молчит. Ой, ой, поговори еще с ним. И здесь живут голуби. И вот какой-то зверек кушает. Как же тебя назвать? Кто же ты такой? Сидит и ест. Все это в книжном магазине. Я что-то увидела, я сейчас пойду. Давай. Приветики. А вот смотрите, книги. А вот здесь, наверху. Здрасте вам, пожалуйста. Котик спит. Приветики. А что ты там нашла? Курицу. Курицу нашла? Ну, пошли. Где курица? А вот еще один котик возле кассы живет. Ой, кот-кассир, а вот и курочка пришла. Вот такая. Смотри, Наташа, какая курица. Вот она возле кассы. Котика хочу погладить. Наташ, ну это касса, туда не надо заходить. Они когда выйдут, ты тогда сможешь их потрогать. Да, Наташа, хотела зайти, но тут написано
нельзя заходить. Могут заходить смотри, только кошки какие-то конфетки. И курицы, и я продавцы. Немножко, я нашла конфетки? Вот такие. Конфетная какая-то. Мне хочется их купить. А Наташа нашла муравья. Вот таракана. Да это не таракан, Наташа, это муравей. Я знаю, но он похож большой на таракана. Ну ты посади его хорошо, как он там сидел. А вот и я. Привет, ребята. Я страус. Что, Наташа, ты решила почитать? Ну-ка. Ой, какая красивая книжка. А вот что такое. Угу. А вот конец. Все, конец истории. Да. Юные читательницы. Everybody's going. You gotta go out there first before I can get through here. Come on. Okay, can I come through the door or do I have to go to the big door? Can I go to the little door? Can I duck down? Okay, here we go. Here we go. Он не войдет в эту... О, смог, молодец. Что ты этого все котика хочешь погладить? А он все спит и спит. Котик за Соня. Котик. Он книжек начитался, Наташенька, и спит. А ты все хочешь его потрогать, да? Вот мы с Наташенькой сейчас посмотрим некоторые книжки. Смотри, не трогай. Привет! Приветики! Кто это? Шиншилла, похоже. На шиншиллу написано медвежонок. Укусики, привет, ребята. Ну вот, открывай книжечку. И вот такая книжка следующая с большим зайчиком. Зайчик или кролик? Кто это, Наташа? Кролик. Давай посмотрим. Открывай странички. Оп. Where is it? Вот такая здоровская книжка. One. Yep. Вот даже мальчик к нам пришел посмотреть эту книжку. Ему интересно стало. Опс. И забрал ее у нас. Пускай, пускай. Наташа, не надо. Не забирай. Пускай посмотрит. А мы вот это. А мы посмотрим следующую книжку. Это маленькая рыбка. Привет. Привет. Ну, дальше история про эту маленькую рыбку. Как она живет глубоко-глубоко в океане. Написано, what do little fishes do? Что делают маленькие рыбки? Вот такая еще есть книжка. Ой, кто это? А вот шиншилла сидит, но она спит. Видишь, какая хорошенькая. Сказала проснуться, но она... Но она вышла из, а хотя бы из домика. Вот там еще одна есть? А, вот еще одна такая потемнее, да, темно-серая шиншилка. Первый тигренок? Да, тигренок, поросенок. Покажи поросенок. Какой миленький, хорошенький. Крупенько. А дальше кто? Кто это? Тоже тигренок. Это львенок, Наташа. Львенок. Панда. Пандочка, какой хорошенький. Собачка. Ой, какой щеночек, да? Нравится? Это ягненок, овечка. Да, овечка. Ягненочек. И пингвиненок.
Это детеныши. А еще один тигренок. Какие замечательные книжки. И снова поросенок. Какие красивые книги. Новая овечка. И мишка снова. Остановись на мишку. Хорошо. А вот и конфеты, которые... Ты хочешь. Тут веревочка, чтобы они были соединены, надевать на шею. Это конфетки-бусы, да? Их одеваешь на шею и потом кушаешь. Конфетки-бусы называются. Да, конфетки-бусы. Все, сегодня наше путешествие в этом чудесном магазине с интересными, необычными животными, которые живут в магазине, закончилось, да, Наташа? Да. Ну, а теперь всем пока. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Наташа Беби. Ну, пока. Пока. Пока, ребята. Спасибо за внимание. Пока. Ну, да, я тоже выйду в эту маленькую дверь. О, ку-ку-ку-ку-ку. Мне пришлось нагнуться. Ну, ладно. Ой!